Rahatlık vermiyor siz diye. Biz de yedim beraber. Здравствуйте. Приехал адвокат Эдем. Здравствуйте. Адвокат? Да. Привет. Здорово. Вы уже тебя знаю, тоже узнают, да? Ну, за 4 года. Адвокат. Все же это пустым, да? Назим. Ой, Назим. Айдар. Эльдар. Это брат. Да? Брат. Да. Все равно. Мына кардашы. Без башады хариза язма, добрый, 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 добрый. Анда анамыз, да? Торунлар ма? Бабасы да шунда көрсеткер ондан да. Ахтемы? Ахтемын бабасы көрді. Ахтемын бабасы. Ахтемын машинадан садатын еріп. Ну, на авто просто неке позвонили. Сакинарын ерін яндан бастықаланы. Ну, вот прям в райде у нас. Мана, мана, в свободной форме придете в визитную часть, кем вы будете ходить. Написать заявление о том, что... Ахтемын макеры. Прямо сейчас желательно, да? Ну, кем не за сон, чан каптым связи. Машина стоит у нас. Здорово. А мында сатқаштан башаладылар? 9:30. Пробус можете что-нибудь писать, пишите по факту того, что там... А вот по кооперативу спускаетесь прям. Суд получается ниже, слева, это не доезжая, там райотдел полиции. Да, они обязаны вас принять, в дежурной части оставить заявление. Документы есть? И они вам дадут корешок о том, что приняли ваше заявление. Вот. До этого можете на горячую линию позвонить, в интернете просто загуглите горячую линию полиции и можете позвонить. Это Бермедля, да? ФСБ. Бермедля, да? Позвонить. И чем позвонить? Можно все родственники. Да, ну на Бермедля. А біз елден шығанда Истафаға арабаға қысы ашық, машина сұқақта. Үтемса ек. Амда ол машина бөйтеді. Машина сұқ, несін сапыл құрып, қыстат бар. Ну, беші лично все рюкзак. Ну, ол керек. А что, не пускают? А какой дом это? Вот, а где газель это? Торнары. Тенечек садитесь, спокойно. Я сейчас Приехал адвокат Эдем Семидляев. Он подошел, показал свое удостоверение. И один из ОМОНовцев пошел спрашивать, видимо, разрешение, допускать или нет. Вот мы ожидаем. Ребята, ФСБ проводит. Um
Обыск проходит в городе Бахчисарай, улица Джафера Сидометова, 42, у крымского татарина Ахтема Мустафаева. Сам Ахтем Мустафаев был задержан, увезли его, куда непонятно, никто до сих пор не знает. Собрались здесь соседи, родственники, сестры. В самом начале матери Ахтема стало плохо. Приехала скорая, а сотрудники ОМОНа не допустили. После, спустя час только, пустили сестру Ахтема к детям. В доме дети и мать Ахтема. Сейчас приехал Эдем Семидляев. И ждем. Его должны пустить, по идее. Я думаю, гражданство даже не подпустили. Нет, это УАЗик, Бразилия, ясно. Это уже стандартная транспортная разница. Обыск проходит с 9 часов, с 9:30 вот так.
сына машина вот так плашеч бабасы на машина башке. На убияс машина что да да. Бабас вот так янчиком да. Выбор да не сыпечет не сыпет. Легковую машину посадили отца Артема Мустафаева. И сейчас эта машина выезжает. Вон он сидит сзади. Закирнал петлю, бабас. Вот это что, вот это узнали что ли? Закирнал петлю, закирнал. Уже минут 15 ждем разрешения. Разрешения не получили. Не пускают Адема Семеляева, адвоката. Ну, как и предполагалось, как и проходит в основном, адвокатов не допускают на следственные мероприятия под любыми предлогами, что следователь сейчас примет решение, следователь пока занят, выйдет немножко попозже. То есть все у них по накатанной и все как бы прогнозируемо. Это является грубым нарушением, потому что адвокат имеет право присутствовать на данных мероприятиях, помогать своему доверителю, оказывать ему юридическую помощь. Также является это нарушением закона, препятствием адвокатской деятельности. Ну, по этому поводу мы направим жалобы и будем действия следователя обжаловать. Вы сами все слышали? Не допустили, говорят, не разрешают. Будем ждать новостей. Что предъявляют, до сих пор не ясно. Ничего не говорят. Пару дней назад он забрал блуз, да, потом в доме трое детей и бабушка, ну, мать Артема Мустафаева. Они там одни, никого туда не пускают, не пустили Эдема Семедляева, адвоката. По поводу Артема Мустафаева никакой информации еще нету, никто не знает, где он, куда его увезли. Ну, а мы вот ждем пока. Ты знаешь, кто это? Нет, имени не знаю. Они все именно в этой стороне. Именно этот.
Республики не она одна. Республики Крым. Вы эту воду предлагали, да, девочки? Пока из них холодная, воду с крана. Воду с крана. Здесь это? Набирайте это, а то я не знаю, как это будет. Давай, давай, набирай, набирай. Ты что, набирай номер. Она спила сейчас молоко. Они здесь, скажешь, молоко?